На Наташинских прудах организовали благотворительную акцию помощи бездомным животным «Дорога домой». В Некрасовском приюте живут 3000 собак и 200 кошек. Некоторых питомцев представили на выставке в парке. Пес Байкал и его сестра Дина оказались в приюте 2 года назад. Тогда волонтеры нашли щенков в коробке. Сейчас собаки живут в одном вольере. На выставку Байкала привела волонтер Валентина Фирсова. Когда я в первый раз пришла на сектор, когда я еще была гостем, мое внимание сразу привлек именно Байкал. Вот я открыла вольер с ними, он сразу выбежал вот сюда, вот мне лапы стал ставить. И Дина тоже, его сестренка, они очень ласковые. То есть прям, если у них нет людского внимания, тогда они прям сидят в клетке такие, плачут. Валентина и другие волонтеры предлагают взять собак домой. Процедура сложная, так как отдавать животных можно только в добрые и заботливые руки. А для тех, кто не может взять питомца, организовали беспроигрышную лотерею. Жители опускают в коробку купюру, крутят лотерейный барабан и выбирают капсулу. В ней приз. Блокноты, брелоки, игрушки. Некоторые подарки волонтеры сделали сами. Собираем деньги на аппарат УЗИ, который так необходим в нашем приюте. Ну и, конечно, хотим порадовать детей общением с животными социализированными, которых мы пристраиваем в добрые руки. Помочь приюту можно не только деньгами. Люберчане принесли ковры, постельное белье для утепления вольеров, игрушки для собак и миски для кошек. Волонтеры рассказали, как стать частью команды. Для этого можно просто приехать в приют. Люди узнают о том, что мы есть благодаря таким выставкам. И они приезжают в приют уже целенаправленно, с помощью какой-то. Они приезжают гулять, они помогают пристраивать. Потому что на самом деле помощи, вариантов помощи приюту очень много. На площадке Наташинского парка Некрасовский приют организовывает благотворительные мероприятия 6-й год. В рамках этой акции собрали более 300 килограммов корма для собак и кошек. Айтадж Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.